Всем привет, северо-западный Крым, село Стерегущий. База отдыха при мне. Девки загорают. Вообще. Ну, для буднего дня неплохо народу хватает. Там по пляжу. Люди. Немножко штормит, но так маловато людей. Конечно, на выходных будет гораздо больше людей. Девки гуляют, катаются с горки. Расстилай пока. Девчонок вывез, в общем, покупаться. А здесь база отдыха Прибой. У меня вот сестренка здесь арендует. Круглый год получается домик. Вот тут он рядом совсем. Чем вот за этими кустами, там сразу. Прям возле моря, поэтому. Сели, приехали. Этот час езды, грубо говоря. На море покупаться, пока есть немножко время. Что-то я уморился с этими откачками. Спина прихватывает, поэтому... Ух ты! Фига себе! Девчонка же до конца доехала. Чуть не вылетела. Чуть не вылетела. Фига! Круто! Детвора, нифига себе. Не бояться, без страха. Десантником будет. Ну так вот, народу немного. Но это так. Во-первых, ситуация, сами понимаете. Нехти сейчас. Напряженная. Во-вторых, это будний день просто. С нами на выходные сюда приезжают. Вон там моя машина стоит. Там стоит машина, и там же рядом. Домик. Там в любое время сели, приехали. Отдохнули, покупались и домой. Заниматься дальше делами, хозяйством. Как-то так. На выходных были в субботу. Прошлую, позапрошлую субботу. Людей раз 10 больше было, конечно. Пляж весь истоптан. Видно, что людей тут куча. Не сегодня, ладно. Вон там Бакальская коса вдалеке. Всем пока. Море опять штормит. Не люблю, когда море штормит. Грязь поднимает. Хотя, в принципе, сейчас пойдет море, покажу. Море относительно чистое, кстати. Девчонки купаются. Сильный ветер, извиняюсь, будет дуть, наверное.